Полина занимается уже 2 года и делает немалые успехи. Интерес к фортепиано проснулся, когда девочка приходила в гости к другу, у которого бабушка музыкант. Теперь сама учится в школе и хочет стать певицей. Говорит, больше всего нравится играть медленные пьесы, но сегодня исполнила для жюри другую мелодию. Я играла польку. Мы выбирали ее с моей учительницей. Мне она сначала не очень понравилась, потом мы решили и стали ее играть на конкурсе. На конкурсе «Первые успехи» в Одинцовской детской музыкальной школе выступило около 50 участников от 7 до 15 лет. Воспитанники фортепианного отделения играли произведения русской и зарубежной классики, показав отличный уровень. Лучших выбирали по технике исполнения, уровню программы, эмоциональности. Поблажек не давали никому. Школьный конкурс, он служит как бы проходным этапом в следующий конкурс, который уже районный. А районный конкурс уже дает право выступать на областных соревнованиях. Вот, так что вот здесь ребята пробуют силы, здесь пробует каждый желающий. Вот, а комиссия жюри уже выбирает лучших, которые достойны представлять нашу школу на следующих этапах. Несмотря на то, что конкурс – это всегда волнение для юных музыкантов и их родителей, он стал настоящим праздником творчества и исполнительского мастерства. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».